Огонь вечный, но только по праздникам. Жители Автозаводского района Тольятти недовольны тем, что символ победы в парке зажигают лишь по особым дням. Проблема в отсутствии газоснабжения всего района. Там оно просто не предусмотрено. Ближайшие сети около промышленной площадки АвтоВАЗа. Для того, чтобы проложить под землей дорогу к вечному огню, понадобятся большие деньги. Помочь может перспективная схема развития энергоресурсных систем, но она пока в разработке. В случае ее реализации тогда можно будет рассмотреть вопрос по строительству газопровода для обеспечения постоянного горения вечного огня в парке Победы. На сегодняшний момент это просто экономически нецелесообразно. Это очень, очень дорогое удовольствие, и ради только одного вечного огня проводить, нести такие затраты, ну, экономически нецелесообразно, я считаю, это неправильно. Работать же по временной схеме от газового баллона просто небезопасно. Между тем, в администрации Тольятти напоминают, в центральном районе на площади Свободы вечный огонь горит постоянно. Там проблем с газом нет.